Всем привет! Сейчас хочу снять небольшое видео, посвященное погружным вибрационным насосам, которые мы на даче, в принципе, я думаю, каждый использует. То ли для того, чтобы исколоться, поднять воду, то ли из неглубоких скважин. Вот такой вот насос я купил в этом году. Он еще и сезона не проработал, но уже вторая такая поломка серьезная возникла. Первый раз у меня просто выпали два болта. Они просто выпали. И, понятное дело, утонули. Я немножечко поизгалялся. Сделал два новых болта, потому что ехать в магазин за болтов как бы желания особо не было, но этот вопрос я решил. Сегодня новая проблема. Вот, извиняюсь, есть еще два болта на всякий случай. Я замазал термоклеем, чтобы не раскрутилась гайка, но проблема в другом. Здесь просто отвалились шляпки от болтов. Этого я еще не ожидал. Но, наверное, самое плохое, что здесь не могло случиться, это если все четыре болта отвалились и нижняя крышка просто утонула. Тогда как бы было бы сложнее. Хотя, в принципе, она привязана кабелем, но кто его знает. Нижняя часть привязана кабелем, верхняя часть тоже привязана. Как бы вроде должно быть все нормально. Даже если они отвалятся, можно будет их вытянуть по отдельности. Ну, сейчас повторим подвиги Геракла и буду вытачивать два новых болтика. В качестве исходного материала у меня есть два вот таких вот 15-сантиметровых болта с гайками. Гайки мне в этот раз не пригодятся. Я их откручиваю. Гайки там как раз сохранились. Там отлетели вот эти вот шляпки. То есть для изготовления необходимых болтов мне необходимо их сначала отрезать, ну скажем, по 5 сантиметров, скруглить вот эти вот углы, чтобы можно было закручивать, и вырезать борозду, чтобы можно было использовать отвертку для их закручивания. Ну, приступим. Для всего этого мне понадобится болгарка. Для скругления шапочек я буду использовать вот такой вот круг. Ну, поехали. Надеваем очки. Такие два болтика уже готовы. Скруглил шляпки, теперь поменяем насадку. Ну, теперь пришло время отрезать где-то 5 сантиметров. Совсем удачно это получилось. Да, закреплять надо, конечно, попрочней. Но в итоге два вот таких вот болтика немножечко разной длины у меня получились. Не отмерял, ну вот так вот плюс-минус есть. И последняя операция — нарезать бороздку. Операция завершена. Ну, теперь собираем. Сначала наживили их. Ну и теперь
Нужно будет затягивать посильнее, попеременно один, потом другой один, потом другой, пока вот эта вот прокладка не прижмется так основательно. Вот примерно так получилось. И в конце все-таки рекомендую термоклеем зафиксировать гайки, чтобы они у вас самопроизвольно не откручивались. Те гайки, которые я фиксировал термоклеем, что здесь, что там, они у меня сохранились. И сейчас их выкрутить тоже нужно постараться. А вот шляпки просто улетели. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то это видео будет полезно.